В этом видео мы научимся создавать печатные шаблоны для быстрой работы с типовыми документами. Документооборот стремительно переходит в цифру, но пока еще не повсеместно. Некоторые контрагенты по-прежнему требуют бумагу. Да и электронные документы, которые отправляют и подписывают в системах ЭДО, все равно нужно сначала вручную готовить в текстовом редакторе, а это занимает время. Хотите ускорить работу с типовыми документами? Попробуйте использовать печатные шаблоны в Пайрусе. Договоры, счета, акты, служебные приказы можно легко распечатывать из форм Pyrus с помощью печатных шаблонов. В такой шаблон автоматически подгружаются те данные из формы, без которых документ не может быть подписан. В итоге вам не придется тратить время на поиск нужной рыбы счета, договора или приказа и переносить туда информацию вручную. Например, клиент хочет сделать заказ в интернет-магазине и заполняет форму на сайте. В ней он указывает детали заказа, форму доставки и оплаты, свой адрес и другие данные. Менеджер получает такой заказ в виде задачи в Pyrus, созванивается с клиентом, используя интеграцию с телефонией, и дополняет заказ нужными данными, назначает ответственного и указывает срок поставки. А потом прямо из Pyrus распечатывает счет на оплату. Если заказано дополнительное гарантийное обслуживание, с клиентом обязательно заключается договор. В ходе общения с покупателем менеджер вносит всю дополнительную информацию по сделке с клиентом в форму в Pyrus. А когда все вопросы улажены и пришло время заключать договор, распечатывает его в один клик, ведь данные по заказу в нем уже заполнены. Добавить печатный шаблон в форму несложно и занимает несколько минут. Покажем, как из заполненной формы получить готовый договор с датами, суммами и реквизитами клиента. Сначала нужно выбрать форму, к которой вы хотите подключить печатный шаблон. И, собственно, подготовить его в формате Word или Excel. Делать шаблоны в Excel удобно, когда в документе много формул или есть вычисляемые поля. Например, чтобы количество дней отпуска считалось автоматически. Откроем файл и в местах, куда должны загрузиться данные из формы, впишем специальные переменные. Знак доллара, а затем в фигурных скобках название поля, значение которого должно заполняться из формы. Например, чтобы в договоре вверху автоматически проставилась дата, переменную нужно записать вот так. Также и с остальными данными из формы. Запишем в виде переменных срок, на который заключается договор, вид услуги, стоимость и остальные переменные. Чтобы в печатный шаблон загрузилось значение из справочника, переменная должна выглядеть вот так. Единичка здесь – номер колонки справочника. Например, в нашем договоре нужно указать филиал, в котором клиент его заключает. Поэтому в печатный шаблон добавим вот такую переменную. Теперь в бумажном документе всегда будет отображаться указанный в форме филиал компании. Наш файл с шаблоном готов. Подключим его к выбранной нами форме. Заходим в ее настройки и в разделе «Печатные шаблоны» загружаем подготовленный документ. Убедитесь, что все поля, которые вы указали в виде переменных, есть в шаблоне формы и что их названия полностью совпадают с названиями переменных. Также проверьте, чтобы названия полей внутри одной формы не повторялись. Если все настроено верно, то правильно оформленный и заполненный документ с нужными данными вы сможете сохранить, переслать или распечатать всего за пару секунд. Если документ нужно подправить перед отправкой, то можно скачать его не в PDF, а в формате шаблона – Word или Excel. Распечатать документ можно и с помощью специальной кнопки в самой форме. Чтобы добавить ее, создадим в шаблоне формы поле типа «Примечание». И в настройках поля укажем, что договор распечатывается нажатием на кнопку. Если печатный шаблон устарел и его нужно обновить, скачайте текущую версию шаблона из Pyrus и отредактируйте ее. Затем удалите устаревшую версию. Подгрузите новую и сохраните. Готово! Подробнее обо всех возможностях настройки печатных шаблонов вы всегда можете прочитать в нашей справке. Сегодня вы узнали, как настроить печатные шаблоны и избавиться от рутины по заполнению типовых документов. Пора применять знания на практике. А еще подписывайтесь на наш YouTube-канал и жмите колокольчик, чтобы оперативно узнавать о выходе новых полезных роликов о работе в Pyrus. Если у вас остались вопросы, задавайте их прямо в комментариях, в нашей группе профессионалов на Фейсбуке или напишите нам на support@pyrus.com.